Ну, а далее, дорогие друзья, прозвучит замечательная песня адыгских авторов, народный поэт Кабардино Балкарии Алим Кишоков и музыка Заура Жирикова. А называется она «Ладонь для птиц». На мою ладошку садитесь, птицы, прилетевшие издалека. Пусть в гнездо на время превратится надружная моя рука. На мою ладонь садитесь, птицы, и в саду, и в поле, и в лесу. Множество опасностей таится, вас обороню я и спасу. На мою ладонь садитесь, птицы. Я ведь знаю, как страшна беда, если неожиданно случится человеку ли, птица ль, очутиться на земле без своего гнезда. На мою ладонь садитесь, птицы, будет вам гнездо рука моя. Спите здесь, пока вам не случится улететь в далекие края. На мою ладонь садитесь, птицы. Я ведь знаю, как страшна беда, если неожиданно случится человеку ль, птица ль, очутиться на земле без своего гнезда. Если неожиданно случится человеку ль, птица ль, очутиться на земле без своего гнезда. Садитесь, птицы, садитесь.